корова. А я еще больше раз. Ну, люди садились и ехали. Ты прям отсюда вот так вот раз и завел ее. Смотри, тормоза очень плохие, осторожно. А, не спеши, да? Там нет колодок. За 30 тысяч рублей, да? Да. Ну и пищит, как? Скрипит, но он едет. И никогда не подводит. О, какой. Он едет, он неплохо. Не подводит. Ремень генератора, а почему он? Она сейчас прогреется, он перестанет. А, и он перестанет, да? Причем это... Кстати, Королла на автомате. Сейчас мы прокатимся. Во, перестал пищать. Королла. А я еще больше раз. Такой сверчок. Автомат настоящий. Гидромеханический, без мотора. Ничего себе, тут места как много. Можно возить хоть ребенка, хоть кого, да? Прокатимся? Конечно, прокатимся. Давай закатимся. Страховки нет, ничего нет, все заебись. Да, видно так себе. Ребят, у кого есть своя тачка и нужна подработка, то это такси. Нужно подключиться в парк Magell Taxi. Очень низкий процент, всего 3%. Ребята, кстати, работают по всей стране. Вывод денег 24/7 моментально. При этом у тебя есть на выбор три агрегатора: Яндекс, Get и Bolt. Если у тебя возникнут какие-то рабочие вопросы, техподдержка 24/7. В любой момент звонишь, тебе все пояснят и разъяснят. Если же ты, например, не особо контактный человек и хочешь работать один сам по себе, или у тебя очень старая тачка, ты можешь устроиться в Яндекс.Курьер или Яндекс.Доставку и зарабатывать не меньше, чем таксисты, которые парятся с пассажирами. Ты будешь возить всякие мелкие заказы из каких-то интернет-магазинов, автозапчасти или еще что-то. В общем, любая доставка, грузы не более 20 килограмм. Я, конечно же, про парк оставлю всю информацию в описании, но у них есть сайт. Ты его сейчас, возможно, где-то видишь. В описании ссылка на него точно будет. Короче, просто подключайся. WhatsApp ты видишь, пиши туда, и ты поехал работать. Друзья, повторяюсь, вся информация в описании. Работайте, зарабатывайте бабки. Четырехступенчатый автомат, я так полагаю. Четырехступенчатый гидромеханический автомат. Никаких там мозгов тебе не сломается никогда, ничего с ней не произойдет. Заводится, едет в любую погоду, в любой мороз. 93-й год, машине почти 30 лет. Просто булка. Места, конечно, немного, а тут как-то регулируется сиденье-то. А, вот. О! Вот вообще. Если уж японцы и делают вещи, то вот это оно. Колодок здесь нет, тормозных. А где Саня? Принципиально. Он решил с нами не ехать, да? После BMW, как у тебя ощущения? Мне нравится она, честно. Я не знаю, есть какое-то такое, знаешь, что-то в ней, что-то есть. Есть душа в ней какая-то, вот тойотовская. Какая вот у Тойоты может быть душа, вот она есть. Она еще едет неплохо. Да. Слушай, это вообще нормально. За 30 тысяч ты отобьешь просто, я не знаю чем, месяц на метро езды на маршрутке. 30-ка. Завел, сел, поехал, ничего не надо делать. Можно масло не менять, колодки можно не менять, вообще не можно ничего не делать. Можно не оформлять, да? Так она, я не знаю, она вообще оформлена или нет. Так, то есть это просто как бы такой автомобиль для нелегальной езды. Почему? Можно оформить, будет нелегально ездить. $400, и у тебя супер надежный автомобиль. А печка работает, да? Да, сейчас работает. Еще и печка работает. Все работает, кондиционер работает. Кондиционер? Кондиционер. И... Даже едет прикольно. Подвесочка бегает. Ага. И японские машины мне никогда не нравились, кроме этого. Я и восхищаюсь. Просто. Это первый японский автомобиль, который тебе понравился. Я прям восхищен, и я даже себе захотел такую машину. Ну, потому что он стоит в 4 раза дешевле, чем комплект резины на твою машину. Да, чем мой телефон. Я могу продать телефон и купить две таких тачки. Причем угар весь в том, что эта тачка мега надежная. Супер надежная. 93-й год. А почему у меня дверь не открывается? Владимир, это сундучку дверь. И все равно. А, нет, открылась. Японский велюр, кстати, такой. Да, выглядит она действительно стильно. Что касается кузова, ее можно проварить, она не такая уж и ржавая, как говорит Саня, просто местами пороги там, швеллера наварить, и все, она будет крепенькая, нормальная. Просто, смотрится, классно, просто наварить швеллера. Если ее покрасить, она бы вообще была бы прям... Но красить, наверное, дороговато, да? Какой-нибудь дешевой пленкой обклеить или этой краска, как это самая дешевая краска? Монтана, по-моему, она называется. А обслуживание на нее?
Так обслуживание... Это вообще там двузначные цифры, там, я не знаю, за 70 рублей можно ехать. Ну, но да. Самый прикол в том, что обслуживание ей не требуется. Она просто заводится и просто едет. Бензин, ну, да, только иногда заливай. Вот надо же, вот как вот так вот люди придумали. Вот это все не имеет никакого значения. Причем нету вот каких-то дырок таких. Но здесь что-то подгнило, ну и что? Сами. Конечно, не возьмут, хотя я не знаю, в области можно на ней таксовать, наверное, да? Резинка уже такая же твердая, как и сама дверь. Я тебе скажу так, я езжу на XC, но я сажусь в эту тачку, катаюсь на ней, я получаю удовольствие. Я не могу это объяснить, но что-то в ней есть. В ней есть душа. Да. И в ней есть вот эта вот харизма. Харизма, то, что... да, японская харизма. Просто ты едешь и понимаешь, что вот настоящая техника, вот она какая. Да. Не то, что сейчас через 3 года разваливается, а вот... Просто в те года они думали о том, чтобы машина ехала. А сейчас думают о том, как ее продать. Да. И поэтому здесь не было задачи продавать, ее просто сделали, чтобы она... Ну, люди садились и ехали. Двигатель работает как часть, и коробка работает как часть. О, давай-ка поднимем капот. Где он тут? Это багажник, это... О, кстати, вот еще тут какая-то штука для монеток. Вот правый руль. Вот чем правый руль прикольно? Ты прямо отсюда вот так вот раз и завел ее. Так и делаем. Так, зеркала электронные. Ты не знаешь, как отдаете капот? Все стекла электронные. Вообще здесь как бы не надо открывать капот. Может, поэтому он не открывается? Так, кочерги нету, да? Мотор, мотор-то как тихо работает. Он шепчет, ничего не стучит в него. Стаканы целые. Чуть-чуть коррозия есть, но они целые. Тоненький радиатор, генератор, все под рукой. За 30-ку ты покупаешь машину, на которой тебе будет 10 дешевле, чем на автобусе. Да, давай я за рулем теперь. Ну вот залезать сюда. У меня была Toyota Mark 2. Залезать сюда неудобно. А сидеть-то удобно? Сидеть удобно. Так снимать. Так, как тут? Ой, блядь. Температура. Смотри. Вот все, дышечка. Давай только потихоньку машинку. Такое ощущение, как будто мы в маленьком микроавтобусе. Не видно капота. Причем очень весело так ехать, там нет никого. Она прикольно едет, сейчас ты оценишь. Представляешь, а люди берут в кредит Солярис, который стоит сейчас 1 000 000. Ну вот один платеж месячный. Да, это просто один платеж и все. И причем знаешь еще какая тема с этими прулями? Еще такая фигня, что... Так, а тут вот. О, руль даже регулирует. Смотри, тормоза очень плохие, осторожно. Не спеши, да? Там нет колодок. А, ну ладно. То есть она останавливается своим ходом как бы? Практически. Она тормозит, но потихонечку. Я понял, все, я не буду спешить. Но можно поставить ведь колодки, она будет тормозить. Тогда ее и цена вырастет. Откроется доп-функция, цена вырастет рублей на 400. Вот смотри, причем вот так вот едешь и не чувствуешь себя каким-то чмом или ущемленным. Как в Ладе Гранте, например, ты чувствуешь, что ты за полляма тебя наебали. Здесь нет такого ощущения. Здесь ты победитель по жизни. Да. Здесь ты реально... Сломал систему. Ребята, вот сами задумайтесь. Вам нужно вот платить кредит за какую-то обычную овощевозку 20 плюс в месяц на 5 лет, еще там какой-нибудь первый взнос 1200. Когда здесь реально один или два платежа, и ты берешь вот этот автомобиль. И все. При этом он тебе не вынимает мозг. Вообще не вынимает. И проездит лет 20 еще. Причем у прулей, по-моему, такая ценовая политика, что вот за 30-40, наверное, ты возьмешь вот такую вот пепелац такой, а вот уже за 70-80 выбор может быть очень маленький. Mm-hmm. Потому что это уже ближе к 120 куда-нибудь, где уже можно там что-то взять такое, уже даже чуть-чуть поинтереснее. Приятно, да? Она причем такая, да, плавная. Да, она очень мягкая. Это просто неожиданно. Что мы видим перед глазами? Повернуто как на BMW сюда. Метр 84. Вполне себе. Это еще не до конца. Мне не хватает вот этого подлокотника. Он такой совсем. Вот его чуть повыше сделать. И все. Я могу, блин, в отпуск на ней поехать. Обалдеть. Ключ здесь. Это... Вот заведи, попробуй. Завести.
Сейчас. Просто как она заводится. Послушаем, вот как ты заводится. Ты снимаешь, как ПМР заводится, а вот 30-летняя Toyota заводится. Вообще двигатель настолько тихий, спокойный. Мы как-то ездили на Сухлыки, машина стояла в мороз на улице. И вот точно так же она заводится в минус 20. Японцы заводятся в минус 20, минус 30 вообще без проблем. Mm-hmm. Ребята, короче, берите просто вот автомобиль, просто почти можно даже не смотреть. Если она едет, нормально заводится и спокойно работает мотор, значит, он ближайшие пару лет по-любому проработает. И все, и ты ездишь. И даже за эти деньги ты Жигули нормальные не возьмешь, mm-hmm. а японца возьмешь. Ну, вот так вот. И денег он жрать не будет. Да.